Ну что, ребят? Этот момент настал, я перепрошел за 4 часа 36 минут почти всю игру, грубо говоря. Ну, пол игры, а то я прошел, дошел до момента, где мы... Где, помните, он говорил, что выберем с вами Сабала? Вот. Потому что я выбрал тогда Амиту. Вот. Если не, если не понимаешь, о чем речь, посмотри полностью всю игру прохождения, да? Вот. Или хотя прошлую серию, там, поймешь, что к чему. Или позапрошлую, где-то так. Ссылочка постоянно находится на плейлист по прошлой данной игры. Подсказочка сверху справа, вот конечно, знак, нажимаешь, с компа смотришь, да? Тут, кажется, в подсказке там прошлая серия будет, и плейлист с полным прохождением игры. Дрейл чуть-чуть. Вот, если телефон смотришь чуть ниже, спускаешься, описание, там тоже те же самые подсказочки. Там еще другие игры будут прикреплены, короче, ладно, вот. Вот, думаю, разберешься, ты же умный, то я уверен, что ты крутой, умный, реально. Молодец. Вот. А сегодня мы с вами посмотрим, что будет, если выбрать Сабала. Да, когда мы там выбирали, кто из них будет лидером, да, Золотого Пути, я выбрал Амиту. Что будет, если выбрать тут Сабала, мы с вами посмотрим, да. Я сделаю, ну как, в финале, да, когда мы встретимся с Пэганом, я сделал другие действия, нежели которые делал в прошлом, да. И, ну, полноценное прохождение, да, которое делал там в прошлых сериях, да. Вот, посмотрим, что будет, как вообще извернется весь сюжет. И посмотрим с вами сегодня два вот этих, или одно, конечно, одно, либо два из этих, короче, собственно, режима поиграем, да. Вот, посмотрим, что как, что к чему, вот, может даже пройдем, вот. Поэтому как-то, потом, Саш, поудобнее надевать плетик, блин, просмотрим, собственно, продолжаем проходить. Ну как продолжаем, мы уже прошли всю игру, мы смотрим с вами альтернативную концовку, если надеюсь, конечно, есть. Посмотрим, конечно, с вами альтернативную концовку про 4. Хотя их здесь очень много, но я затронул всего лишь две. Вот. Приятного просмотра. О, привет! Хадра. Привет. Или лучше Тарун Матара? Бхадра подойдет. Пока что. В чем дело? Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабала и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою. Амита хочет уничтожить храм. Говорит, это освободит женщин Кирата. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матара это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Выбор за тобой. Золотой Путь прислушается к твоим словам. Не знал, короче. Но сейчас. Должен понять. Тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого Пути. А после падения Пэйгана правителем всего Кирата. Нет, правителем мы знаем, кто будет все-таки, да? То, что, ну, по хронологии, по сюжету нам достался, ну, весь Кират, типа, нам достался главный персонаж. Я знаю, что делать. Спасибо. Да, пожалуйста, что. Это мы с вами видели в прошлых сериях, да? Когда проходили финал, вот. Мы уже очень близко к финалу, поэтому нам сейчас нужно выбрать Сабала или Амиту, да? Но. Ну, смотри, кстати. Давай сейчас быстренько прокачаю навыки и вернусь, чтобы, да, я просто их не прокачивал, просто проходил. Вот, чтобы было, ну, правильнее. Вот. Сабал. Activated. Амита собирается сжечь храм Джаленду. Безбожная тварь! Мало нам Пейгана, еще и Амита помогает Activated. Ему в его грязном деле. Activated. Хватит с меня. Deactivated. Deactivated. Activated. Deactivated. Не передать, как Джаленду важен для Кирата и для Махана. Он бы тобой гордился. Защитим храм. Очистим Хадру. Объединим народ в свете Киры. Если спросите, что это было активейтед, человек деактивейтед, если вас слышно было, да? Я видел, что у вас было слышно это. Activated.
Deactivated. Это очень веселая штучка, при помощи которой я прошел всю игру. Ну просто это волшебное... Волшебство, просто говоря. Просто бинды на кнопки, чтобы... Просто чтобы у вас было, знаете, туда активировать, чай активировать. Да, принять. Вот, их использовать, конечно, я не буду. Эти кнопки, да, эти бинды я не буду использовать, чтобы, да, там, ну... Эти... Ну, короче, я не буду использовать эти бинды, чтобы, короче... чтобы вот этот голос был слышен, вас пугающий, да, я не буду это делать. Я думаю, кто понял, тот понял, да? Вот. Я пройдусь быстренько сам. Чего бы нет. К тому же тут легкая сложность, поэтому ничего такого вот в этом нету. И что? Все осуждают. Это все осуждаю. Осуждаю. Так, поехали. Я ничего здесь не активировал, ничего вообще, то есть мне... Единственное, что я сделал, это захватил там пару, сколько, один или два аванпоста, одну башню захватил в этой игре, да, и две или три вышки, все, открыл. Ну, там по заданию нужно было одну открыть. Ну, и две сам просто. Аджай, это Сабал. Юма и Пейган годами грабили кираты, свозили ценности в Джаленду. Реликвии нашего народа не должны достаться врагу, поэтому сперва избавься от лодок. Никто не должен убежать. К тому же они заминировали храм. Обезвредь мины. Незаметно, иначе они включат. Аджай, тебя засекли. Детонаторы активированы. Ничего страшного, где они? Где вертолет, блядь? Блять, ну стрельни-то. Видите, без этого играем. Ну, считаю правильно. Я просто дошел-то быстро, ребят. Ну, вы поймите тоже меня правильно. Я туда дошел специально, чтобы... Понял, надо тебя обезвредить. Помнишь, мы с тобой наоборот ставили, а сейчас надо обезвредить. Все равно не уйдешь. Да, да, мальчик, сиди, блядь. Сабал, все готово. Давай устраним быстренько, чё бы нет. Он же не мог испариться. Он не должен уйти. Это оскорбит короля. Блять, сколько в тебя еще? Охуеть, сколько в него еще надо? Где он, блядь? Где он, ёб... Внизу, что ли?
Да, он внизу. Собал, готово. Отлично, но у меня плохие новости. Разведчики говорят, что к тебе направляется вражеский отряд. Они хотят отбить храм, так что будь готов к бою. Солдаты подходят с запада. Поехали, чё, блядь. Бля, оттуда? А, пулеметами. Да что пулемет стоит? Ух, ёпт! Сюда папочки набавил. Банна. Снова отсюда, прикинь. Да, вот то, что будет, если мы выберем собак, снова будет отбивать эту башню. Вертолет, первому очередь, ну, вертолет. Где? Где он, блин? Да где это, блин? Давай. Джаленду спасен, Собал. Хвала Кире. Я думал, они будут здесь раньше. Как глупо. Хотела помешать Пхадре исполнить волю богов. Собал взгляет золотой путь теперь. Стало между богами и народом. Пагубное высокомерие. И чё, куда нам теперь? Конечно, мне надо херку выполнять, но это бессмысленно, хуйня, на самом деле. Да, во. Погнали. Клянусь тебе, мы проведем обряд. Ты станешь Тарун Матарой. Скоро мы обретем свободу. Осуждаем. Брат, ты хотел меня видеть. Спасибо тебе. Все наши успехи — твоя заслуга. Обещаю, я не забуду сына Махана, когда все закончится. Он гордился бы. Слушай. Золотому пути нужен один вождь. Амита неуправляема. Брат,
оглянись. Вот что, что нужно. Что оглянуться? В камень смотреть? Камень стабильность, смотреть? Традиции, честь. Но она сомневается в каждом моем шаге. Артиллерия! Аджай, Уткарш под обстрелом! Вперед! Видишь, что на время еще, блядь? Да. Интересно, есть другие задания здесь? Есть другие задания. То есть она сказала, чтобы мы его ликвидировали, да, Сабала? Ты помнишь? Вместо того, сказал, что мы ликвидировали Сабала, а он ничего такого не говорит пока что, пока не говорит. То есть он говорит помочь, видишь, с этим, что вот. Сейчас сделаем по-другому чуть-чуть. Аджай, мне нужны люди, чтобы атаковать пушки, обстреливающие Уткарш. Продержись пока сам. Охуенно, спасибо, папаш. Давай, блядь, еще. Да где тут вход-то, ёпта? Пожар, пожар! Бегите! Да, армия короля — это зло. Но всё-таки... Помогите! Солдаты Пейгана идут! Они нас всех перебьют! Не волнуйтесь, сидите и не высовывайтесь. Говорит, да, армия короля, да. Подготовьте оборону. Аджай, Сабал послал нас на защиту Уткарша. Ну, поехали. Они идут с востока! Откуда? Где, блядь? Какого востока, блядь? Атака с востока! Оттуда, что ли? Если можно было что-то расставить, да, это вся хуйня. Но я не буду этим заниматься. Где они, блядь? Бля, кайфовый пулемет. Кайфовый пулемет вообще. Просто сносит всех, смотри, пулемет. Вообще забей. Что, все? Алло. Больше никого нету. Ну, это, конечно, мне забаговало сейчас все. Сейчас будет удар. Все дома, конечно, слагало. Понял.
Сабал послал нас на защиту Уткарша. Они идут с востока! Атака с востока! Да кокаешь задание, я в шоке. Нет, снимай. Уничтожу! Откуда Все, вот так вот быстро, ребята. А как мне в него зайти сюда, блин? Сейчас будет удар. Аджай, в укрытие! Это пушки! В укрытие! Всем в укрытие! Пушки! Подожди, я не пойму, как? Мне надо вот сюда, что ли, прибежать? Ну туда. Они идут с востока. Да похуй, откуда они идут, мать. Реально, поебать сейчас. Атака с востока. Кто с тобой был? Куда что ли мне идти, блядь, не пойму. Значит, посмотрим, когда метка покажет. Ты можешь в сам дом этот зайти, я не знаю. Не-не-не. Значит, вот сюда прятаться. Сейчас будет удар. Аджай, в укрытие. Это пушки. Ну да-да, вот сюда нужно, короче. Всем в укрытие. Пушки. Так что сюда нужно было залезть? Осуждаем, осуждаем такое. Одну позицию уничтожили, осталось еще две. Сейчас будет новый удар. Готовься. Они перегруппируются, ждем новой атаки. Атака с востока!
Очень просто, ребят. Ну, уровень тоже легкий. Ну, блин, кстати, интересно задание. Типа прикольно будет задание, да, как будто бы. Поинтереснее. Знали, сразу тут размочим сейчас всех. Где они, блядь? Вторая позиция разбита. Осталась одна. Мы их не найдем, пока пушки не нанесут удар по Уткаршу. Да, на них что? Заебись. Оттуда что ли? Именем короля! Они идут с востока! Пизда, я смотри. Такое, видишь, такое довольно-таки долгое, да, задание как будто. Будущее за нами, не за вами. Где? Север, они идут все. Ух, блять, хорошо. Все, да вам ПБ сейчас, ребята, вам ПБ сейчас. Сейчас будет удар, быстрее, в укрытие! Артиллерия, берегись! Врась ты! Кто это за... Вообще жесть, крысу покинь, видел в крысу, это вообще жесть. Безопасности. То, что осталось. Главное, чтоб Хадра цела.
Пока она жива, у людей будет надежда, брат. Нужно показать всем, что жертвы не были напрасны. Ну, такое вот задание. Ну, такое вот заданица. Интересное, блин. Смотри, еще на задание от Сабала есть. Давай сразу к нему и перейдем. Так, ну что, приехали. Приехали. Поехали. Поехали, послушаем. Тут же он там нам скажет. Ты что это удумал? Это для меня. Мне осталось решить еще одно дело. Амита умрет. А, блядь. Это воля Киры. Только так мы сможем спасти Кират. Конечно, понятно, понятно. Примерно одни и те же здания, только с разными персонажами, блядь. Она ничем не лучше Пейгана. Сделай то, что должен. Столько видишь, что задание перед этим, перед этим заданием, да, у обоих, есть какое-то свое задание, типа, интересное, прикольное. Только не помню, что было у Амиты, я не помню, что было у Амиты. Бля, опять ехать, ну давай. Когда еду, так, все сделал. Делал так же, как с Сабалом, грубо говоря. Так что можешь, в принципе, вот перелистывать на вот этот тайминг, там внизу будет написано тайминг, можешь на него перелистнуть, то примерно точно такой же, типа, будет, ну, я точно так же сейчас сделал, как и с Сабалом сделал, да. За прошлых сериях, так что можешь, если не интересно, перелистнуть сразу на тот тайминг, чтобы посмотреть, что там с Пейганом все-таки, да? А мы пока будем ехать. Ебать, что происходит? Блин, ну Саров забучил, нормально. Что? Все, спокойно едем дальше. Так, мы с тобой приехали уже, да, собственно, да, погнали, что? Да, идем. Конечно, последнее у них задание перед финалом одни и те же абсолютно. Просто меняется персонаж, грубо говоря. Но перед этим заданием, да, грубо говоря, перед этим, которым мы сейчас идем делать, что у Сабала, что у Амиты, вроде они разные. И по-своему прикольно, кстати. Но вот у Сабала такое, типа, прикольное. Слушай меня внимательно. Амита попытается убедить тебя отпустить ее. Не верь ей. Она безбожная еретичка и не почитает наследие предков. Будущее Кирата зависит от того, как ты справишься с этим. Так он жестче намного, слышь? Он намного жестче. Так она нам ничего такого не говорила. Вспомнил, ничего такого не говорила. Он жестче намного. Осуждаем такое, осуждаем. Хорошо, что я реально выбрал Амиту тогда. Но он реально намного жестче. У него типа... Все, блядь. Ты? Он прислал за мной тебя? Я ждала этого, но ты... А кому еще хватит духу? Тоже верно. Сабал находит оправдание в слепой вере в традиции, а ты покорно идешь за ним, как и прочие глупцы? А ведь я и впрямь поверила в то, что ты хочешь лишь исполнить последнее желание матери. Ну, давит на жалость чуть. Ну, давай, сын Махана! Спаситель Кирата! Выполни приказ, спусти курок! Это же воля Киры, да? Не буду этого делать. Как ты добр, Аджай? Знай, ты пощадил меня. Но погубил Кират. Я говорю, я бы вообще их никого не... Я бы из вас вообще никого не выбирал, слушай, блин. Ну все, получается. С Амитой покончено. Что же, не мне судить ее, брат. Это сделают боги. А тебе предстоит убить диктатора. И закончить войну. Поехали.
ничего там не было. Поехали. Здесь то же самое, ребят. Аджай, мы тебя ждем. Давай переместимся в тот момент, когда я буду у Пейгана. Мы ударим по крепости Пейган. Я уже приготовилась. Будет трудно. Слава богам. Я слышала про Амиту. Как бы то ни было, за Сабалом будущее Кирата. Смерть Пейгану Мину! Вот дерьмо! Держать позиции! Конец тебе, ты слышишь? Клюю твой друг! Да что, Кейла! Не сдаемся! Где гранату не взять? Ну нет, больше ничего. О, как будто вся жизнь пролетела. Подожди. Подожди, здесь реально не будет гранат? Типа, ну допустим, я пошел на задание без гранат. Прикинь, здесь реально не будет? Не верю в это. Только так, ребят, можно будет. Только так можно будет взорвать это него. Если гранат с собой не взял. Хоть так, чё, хоть так. Надо раздеглась их разматывать. Что?
Как хорошо. На легкой, я смотрю, вообще на легкой уровень сложности, вообще никакой типа сложности. Блять, что с тобой? Они вообще не типа, ну, никакого сопротивления не будет особо. Вот БТ как были, так и так остаются такими же. Вообще ничего, ну, типа, ну. Вообще никакого, ну, поддержки. Просто одного челика вдвоем фигачит. Не могут зафигачить одного челика вдвоем в игре этой. Мы взяли штаб-квартиру! Прям как в Call of Duty, знаешь, как в колде, блять, БТ. Вам погнали. Да. Я арирую. Они планируют контратаку! Держать крепость! Поехали.
пошли, пошли, пошли! Я в установке! Червятники попируют! Где они? Давай их так зафигачим уже. Да! Мы отбросили контратаку! Ну и да, угу. Расскажешь, блядь. Ну, в принципе, очень быстро прошли, довольно-таки быстро прошли. Чё, давай. Свалите её! Смерть Пейгану Мину! Рэп, ап, рэп! Хром, сука! Эй, по своим стреляй! Всё закончилось! Наконец-то! Кират свободен! Смерть Пейгану Мину! Слава Золотому Пути! Аджа, и ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты, потом мой двойник, теперь это. Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота! Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось для нее позировать? Ну да ладно, ужин почти готов. Сабал, я открыл ворота. Направляюсь во дворец. Армия короля контратакует. Мы не поможем. Я захожу. Да поможет тебе Кира. Вот, собственно, мы с тобой и у Пейгана. Так, вот мы с тобой у Пейгана, собственно, да. Тут здание, я не знаю, вставлю, не вставлю, прошел. Ну, как я прошел, конечно, поты, наши союзники точно такие же, как и были, блядь, в прошлых сериях, да, у меня, когда проходил основной сюжет. Враги вот эти, да, в игре, они особо никакого там, знаете, ну, никакого противостояния не составляют на легком уровне сложности, блядь, тут вообще изи было. Поэтому как-то так. Так, а ну-ка. Ну, бля, испугался, что он такой большой здесь. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но сначала вопрос. А. С кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери? Или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу, присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да. Побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь. Так. Если бы ты послушал меня и подождал, мы бы... Это я знаю. Отправились сюда вместе. И довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает. И, подобно прочим, мартышкам кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой
ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Ну, блин, ну... Решай. Он не злодей, точно. Точно не злодей. Допустим, вот так мы сделаем. Он не злодей, ребят, он точно не злодей. Тоже об этом говорил. Конец. Вот что будет, если мы его сделаем. Он точно не злодей. Точно не злодей. Пейган мертв. Отлично, брат. Все закончилось. Ты нашел Лакшману? Нет. Я не знаю, что это. Да и не важно. Кират свободен, брат. И это главное. Отпразднуй же это, как того хотел бы Махан. Вот так вот, ребята, закончился дело. Что будет, если выбрать другие, да, варианты, скажем так. Салют, сосед! О, мистер Гейл! Чё, всё походу, да? Никакого больше хардкора? Зачехляешь свою ракетницу, да? Да. А мне нравится, что ты тут намутил. Да. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь в дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться? Может, не убил кого? Я о том же, Дональд. Я йоги, дебил. Дунем? Дунем. Не в этот раз. Спасибо. Как-то так. В принципе, с вами видели все, что хотели. В принципе, все одно и то же. Что с вами, что с Амитой в конце, да, в их последнее задание. Вот, только перед тем, как нужно их устранить, либо не устранять, да, нужно там разные задания. В принципе, тут много вариаций к концу, я знаю, но в целом они все под одно. Все идут под одно. Все идут под одно. Поэтому как-то так. Брат, Пейгана больше нет, и его силы в смятении. Куй железо, пока горячо. Займи крепость Райга для Золотого Пути. Обязательно. Как так, ребят, поэтому... Вот так вот. Я говорю, у Пейгана не злодей, точно не злодей. Поэтому вот так вот. Я сказал все, что хотел в основном... В прошлом видео я сказал все, что хотел об этой игре, свои мысли. Поэтому посмотри обязательно. Все ссылочки в описании есть и подсказочках, повторюсь. Подсказочный компас можешь искать знак наверху, справа, да, в углу. Если телефон, еще ниже описания, скажешь, там все есть. Вот, как так, посмотри с вами альтернативу. Че да как. В принципе, все. Я знаю, что здесь много вариаций, но они примерно все под одно идут. Либо ты его устраняешь, либо нет. Как так, прикольная игрушка, но он точно не злодей. Все, спасибо за просмотр. В следующей серии посмотрим с вами два вот этих DLC-шки, да, два вот этих режима, посмотрим, что да как. Поэтому вот так. Увидимся в следующих сериях. Давайте.